пустыре, автомобильной стоянке. Автомобильные стоянки далеко, вдали. Видите, далеко, вот они. Поблизости у нас тут нет их. Пустыре нету. Пустыре нет. Магазины с продажей далеко. Алкоголя. Далеко. Туда. Вот туда дальше. Ну, наверное, сколько? Близости нет точно. Мусорные свалки, полигоны. Нет, полигонов нету у них. Вот так с помощью специально разработанного чек-листа проводится мониторинг улично-дорожной сети вблизи школ. Список пунктов небольшой. 24 сентября в рамках всероссийской акции «Дорога в школу» активист организации Общероссийский народный фронт Николай Ханин посетил сразу две школы Пушкинского округа. Это Ельдигинская и Леснополянская. В определенном радиусе, установленном федеральными нормативами, было ДТП совершено, поэтому мы считаем необходимым начать проверку именно с этой школы. Но если возникнут дополнительные запросы, то, конечно, мы посетим любую школу и откликнемся на любой призыв жителей городского округа. В ходе мониторинга проверили наличие пешеходных переходов, знаков, светоотражающих на них элементов, также осмотрели территорию на предмет соответствия национальным стандартам вблизи образовательных учреждений. Если имеются нарушения, их фиксируют. По итогам проверки будут разработаны рекомендации для органов власти по исправлению ситуации. В наших образовательных учреждениях все хорошо, мы исполняем все предписания и указания, и по безопасности дорожного движения к нам нареканий не было. Поэтому мы можем не беспокоиться за свой Пушкинский городской округ, у нас как бы хорошая ситуация, хорошая тенденция безопасному маршруту детей из школы домой и обратно. Акция «Дорога в школу» проводится с 2018 года в соответствии с указом президента Российской Федерации. Ее цель – снижение количества ДТП вблизи школ и создание безопасного движения для детей. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.